Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Это проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Укротителя дамских сердец на машине стоимостью в несколько миллионов рублей задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля. По словам очевидцев, возле одного из баров он заманивал в свой Audi девушек. Две из них согласились с ним покататься, однако поездка получилась недолгой. Вот я за Audi стою, сейчас смотри, куда поедем. Возможно, останавливаться не будет. Да, серьезно, начинаю. Общественники были уверены, водитель Audi пьян. Минуту назад у бара он охотился на девушек и посадил в свое авто двух пассажирок. Водитель Audi, право принимаю, останавливайся. Да не, реакция, да, зашка. Я все трезво вообще даже. Адекватное вождение и спокойное поведение – редкость для пьяного водителя. Тем не менее, инспекторы решили проверить его состояние. После экспресс-теста Алексей признался, не так давно он уже попадался инспектором с признаками опьянения. Не, у меня попадал лоб, как я не был. Почему? Ты сказал, не буду, что? Не, не прошло. Значит, вообще ничего не перешедшее. Как выяснилось, около двух лет назад Алексея лишили прав, однако удостоверение он не сдал. Инспекторы проверили, задержанный все еще не имеет права управления. Узнав о наказании за повторную пьяную езду, водитель вспылил. Убери свой, пожалуйста, отсюда. Еще раз, слышу. Убери свой, говорю, отсюда. Я тебе говорю, убери свой, отсюда. Так, тихо. Если вы пьяно ездите, это не значит, что нужно ездить. Алексей согласился со своим нарушением и попытался объяснить, что он не хотел садиться за руль в пьяном виде. Я не мажор, я не... Да я понял, тут дело не в этом, мы просто всех пьяных показываем, и все. По месту происшествия? Да. Я не бухой, не мажор, ничего, я... Ну как, блин, ну как не бухой? Ну? Меня мои родители будут видеть. Давай так, сейчас если прибор не показывает ничего, то есть мы не показываем вообще ничего. Он покажет, Я выпил. Ну, хочу говорить, я реально выпил. Ну. Я говорю, я выпил. Сейчас за повторное пьяное вождение Алексею грозит уголовное наказание. Это или штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы, или лишение свободы на срок до 2 лет. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.